Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятия оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.